И в продолжение темы. Дорога домой обернулась путем в камеру. На железнодорожном вокзале Улан-Удэ задержали карманников. Операцию проводили сотрудники городской полиции совместно с коллегами из Якутии. В мае этого года молодые люди украли у жительницы соседнего региона 200 тысяч рублей. Молодых людей задержали, когда они сходили с поезда. По словам одного из подозреваемых, он направлялся домой в Гусиноозерск. Сейчас откуда едешь? С родины. А с какой целью приехал в Улан-Удэ? Домой поехал. Домой поехал? Да. А где живешь? В Гусинке. В Гусинке? Да. Когда задержанные вновь окажутся на родине, неизвестно. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Бурятия, они совершили целую серию краж в Улан-Удэ и Якутии. Группа граждан, количество 2 человек, это уроженцы Республики Бурятия. Значит, один из, значит, один 88-го года рождения, второй 83-го года рождения. Ранее судимы неоднократно за аналогичные виды преступления. По предварительному обвинению молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанных доставили обратно в Якутию для выяснения всех обстоятельств кражи.